В дежурную часть Смоленска поступило заявление от местного жителя о хищении имущества стоимостью 500 тысяч рублей с территории музея-заповедника Гнездово. Сотрудники полиции выяснили приметы пропавшего имущества, зафиксировали улики, подробно опросили потерпевшего и возможных свидетелей случившегося. Заявитель пояснил, что участвовал в международном фестивале исторической реконструкции и славянской культуры «Гнездово-2018». Он выставлял в палатке самодельные предметы, которые не представляют исторической ценности. Металлический шлем, жилет, булава, топор, кулоны, кожаные сапоги. Я был в полном шоке, потому что, повторюсь, такого никогда со мной не случалось. Естественно, сразу я вызвал милицию. Приехали ребята, на месте меня опросили. Но, если честно, как-то я даже и не рассчитывал, я уже мысленно с этими вещами простился. В результате оперативно-розыскных мероприятий сыщики установили личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался ранее судимый 35-летний житель Смоленского района, задержанный в содеянном признался. Он пояснил, что был посетителем выставки и распивал спиртные напитки с хозяином имущества. В ходе застолья злоумышленник обратил внимание на кожаные изделия и решил их похитить. Пока хозяин спал, он проник на территорию музея-заповедника и украл вещи. В отношении подозреваемого отделом номер 2 Следственного управления МВД России по городу Смоленску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи Уголовного кодекса «Кража». Похищенное имущество изъято в полном объеме и возвращено законному владельцу. Нарушителю грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.